На площадке 4-й модельной библиотеки номер 17 «Содружество» прошла презентация книги депутата Государственной Думы, изобретателя Владимира Кононова. Издание получило название «Изобретение, изменившее мир». В книге представлена история российских новаторов со времен 16 века и до наших дней. Читатель познакомится с изобретениями, которые в действительности изменили жизнь всей планеты. Это те изобретения наших новаторов российских, начиная с еще 14 века, 16 века и по практически сегодняшний день. Потому что искусственный интеллект, луноход, космические корабли – это уже, так сказать, наше время. Поэтому в этой книге собраны изобретения, изменившие мир российских изобретателей и новаторов. По словам Владимира Кононова, книга затрагивает и спорные факты. К примеру, искусственный интеллект, над которым ведутся работы по всему миру. Однако автор уверен, эта технология создана в России. Такая сложная работа, потому что, вот, например, мы говорим про искусственный интеллект. Точно будут споры и точно будут говорить, не-не-не, это не русские сделали. Нет, это сделали мы. Поэтому там достаточно убедительно приведены доказательства того, что это наше изобретение. Книга будет представлена во всех библиотеках Ульяновска. Сейчас каждый желающий может ознакомиться с ней в интернете. Эта книга пользуется спросом. Она в свободном доступе на просторах интернета, где каждый желающий может ознакомиться с ее интересным содержанием. А сегодня как раз мы вот получим такую возможность, и все наши жители взять печатную книгу. По словам автора, на этом его творчество не оканчивается. Впереди работа над новой книгой об изобретениях ульяновских новаторов, которую Владимир Кононов хочет написать совместно со студентами ульяновских вузов. Максим Писарев, Улправда ТВ.